Всем привет! Особенно большой привет Ольге и Максиму из Электростали. Сегодня мне подарили вот такой вот термометр. Помните, у меня был такой вот синенький, специальный для бассейна. Вот теперь я счастливый обладатель термометра Дельфин. Модного, красивого, хорошего. Сейчас мы пойдем, кстати, с вами замерять море. Температуру моря. Это пакетик, который мне лежал. Не волнуйтесь, это он так нечаянно. На ветру. Еще раз большущее спасибо. Я пошел замерять. Встретимся там на море. Погодка отличная. 32. Термометр это тоже показывает также. 32 на солнце, я знаю. Не на солнце, а вообще температура воздуха 32. Итак, друзья, с термометром от Ольги и Максима, показывающим температуру воздуха 32 градуса, с чем я целиком и полностью согласен. Мы идем замерять торжественно морскую воду. Торжественно, с песнями, с строевым шагом. Все как полагается. Честно говоря, не знаю, что сюда пошел, там надо было там сразу на моем старом проверенном месте, так сказать, замерить. Ну да ладно. Вышел сюда, так вышел сюда. Там как раз бананчик приходит. Музыка не так громко играет. И количество трудящихся на пляже вы уже знаете сколько. Полно. Так, обойти на где-нибудь там. Не будем залазить в эту техническую зону, пойдем в другую техническую зону. Вот и бананчик пришел. Китеныш. То ли дело у нас большой. Синий кит у причала. Вернулся наш веселый бананчик со своей банановой прогулочки. Ребята, на банане как вам прогулка? Понравилась? Ну, это слово. Отлично, друзья. Как нам понравилось. На бананчике у нас ведется фото-видеосъемка на Эдшн Саммит. Идем в море. Потопали. Камера морская. Термометр морской, море, черные бананы приезжают, водичка. Ну, тут на чуть-чуть теплее, я не спорю. Мне кажется, все-таки вчера было потеплее, я не знаю почему, мне так кажется. Но сейчас у нас будет торжественный замер, термометр, который был еще не так давно в Электростали уже в воде. Я постараюсь его не потерять, ребят. Мне, честно говоря, стыдно, что я потерял синенький. Но теперь у меня черненький. Дельфинчик. Погодка отличная, как я не помню, говорил вам или нет, что сегодня у вас будет три дневных обзора. Три. Вот этот вот с замером. Это самый основной, который будет везде. Кроме того, будет дневной обзорчик коротенький на морской звезде. И одновременно будет коротенький на пляже Дельфин. Вот так вот. Наш пострел, как говорится, везде пострел. Также на сантосках может кататься любой желающий, как взрослый, так и ребенок. Осмотримся по сторонам. Я, честно говоря, ждал волны какой-нибудь. Попрыгать, поснимать волны красивые, как вчера. Ну, не судьба. Волны почему-то пропали. Ну, в воде уже так нормально и комфортно себя чувствую. Водичка пока еще мутная, все-таки берег особенно. И часовые прогулочки на комфортабельном катере Баунти. Следующий рейс. На Баунти не планирую. И есть еще свободные билетики. Ну что, пора доставать термометр, посмотреть, какова красота. Ну, знаете, все-таки 24 градуса, они есть 24 градуса, никуда не денемся. Напоминаю, что риска здесь 2 градуса. Девушка, ну помолчите, пожалуйста, ну видите, я температуру меряю. Риска тут 2 градуса, поэтому чуть-чуть больше там на доли, там доли, ну считайте, 24 градуса температура морской воды. Погодка отличная, море теплое, все классно, все купается. Я тоже из воды не хочу выходить, но надо. Три дневных обзора не каждый день бывает. Не успею выложить. Отправление состоится в 13:30. Вот такие вот дела у нас, ребятки, на пляже сегодня. В данном случае Лазаревский 2. А вы ждите новые ролики? Был кое-где, был. Кое-что снимал. Кое-кому покажу. Походу катер то ли прибыл, то ли отправляется. Я имею в виду большой Сочи 24. Все, ребятки, народ весь разбежался с пляжа. Ну не весь, многие ушли с пляжа, видите.
покрывальцы лежат, ждут своих хозяев. Вот и мы пойдем. Ребята, ребята, возвращается наш гайдер Баунти. Напоминаю еще раз, следующий... Там он Баунти, это сзади, а дальше спереди это катер очень Давид. Катер катамаранного типа, класса катер от катамаранного типа, я таких не знал. Комфортности, друзья. На катере бесшумная мотора, это означает большая вероятность встречи с дельфинчиками в открытом море, друзья. Ну все, все, теперь всем точно пока. Алексей арбузиками уже торгует, оп. Молодец, девушки такие загоревшие. А температуру, я не знаю, сейчас изменилась она или не изменилась. Но я думаю, вряд ли ее меняли. 24 вода также. А воздух все-таки повыше, чем 28. Всем пока. Побежал. Смотрите, какая очередь. Да нет, это ждут шаттл из прибоя. Скоро отправятся домой. А вот Владимир, который... не покидает своего рабочего поста. Всем привет. Практически до глубокой ночи. Так точно. Как градус, Леш? Отлично, 24. О, супер. Еще раз спасибо за термометр. Очень вот нужный подарок. Большое спасибо. Пока-пока. Всем пока.